Сегодня у нас очередная тренировка. Мы сегодня занимаемся универсальным развитием себя как личности. У нас мантры – это хорошие слова, речитативы, пение. И у нас всевозможные упражнения и мудры. Для того, чтобы пальчики, кисти, наше телосложение было развитым, мы делаем море всяких упражнений. И, конечно, дыхательные упражнения. Итак, мы приготовились и делаем вместе со мной вот наши крылышки. И вот мы так крылышки, это вдох, а вот так ручки раз, и это выдох. Вот так, как Артемка делает. Снова мы делаем вдох и делаем выдох. И еще раз. И теперь мы начинаем разминку. Движение головой, пятки, носки, еще движение кистями. Смотрите. Раз, два, три. И движение головой, универсально. Четыре. И стопы под пять. Шесть, семь, восемь. Теперь ручки поставили. И мы делаем и нужное движение для нашего головного мозга, и нужные слова. Мы говорим «да, да, да». Да, да, да. Потом ручки поставили. Говорим нет, а думаем да. Нет, нет, а думаем да. Нет, 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 нет. А потом мы говорим. А потом мы говорим. О-ла-ла, о-ла-ла, о-ла-ла. Потом мы говорим. О, мама мия, о, мама мия, о, мама мия. И снова мы делаем такой вдох. Да, и выдох. Вот так красиво. Вдох и выдох. Дыхание – это жизнь. Здоровый дух формирует здоровое тело. Итак, первое, мы говорим такие слова. Делаем вдох и вместе со мной. На одном выдохе. Какие сильные, какие у вас дыхательные системы, какие огромные легкие. А теперь мы по-другому говорим. Па, 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 па. И снова вдох и выдох. А теперь мы вот так поворачиваемся. Вдох. Выдох. Вдох. Вот так ножки скручиваем. Выдох. И теперь разминаем свое тело. Вот такие плавные движения. Паук и орел ткут паутину. Вот они ткут вот такую паутину. Они сделали вертикальную паутину, а теперь горизонтальную. И получается такая купон такой, что можно потом вышивать в клеточку. Крестиком, ноликом можно вышивать. А теперь вот такое движение, такой шар огромный в руках. И мы этим шаром вот этим усиливаем себя, усиливаем. А затем хватаем все подряд. Хватаем. Очень сильно. У нас руки очень сильные, и мы хватаем сильно, чтобы пальчики были крепкие, чтобы мы красиво писали, чтобы мы красиво рисовали. Хватаем. Сколько мы всего набрали? Куда? На огонь. Куда-то на огонь отправили, на огонь, на огонь. Ой, как он ясно горит. И ясно, и сильно он горит, и пылает сильно. А теперь мы берем уже нежно, берем все хорошее, все прекрасное. Мы берем, наполняемся красотой, любовью, подвигом и героизмом. А теперь раздаем уже хорошее, раздаем друг другу, раздаем, раздаем. Посылаем папам и мамам, все хорошее папам и мамам посылаем. Всем людям. И такой вопрос задаю. Хорошим людям посылаем? Да. Посылаем. Плохим будем посылать? Будем посылать, потому что они нуждаются. Они нуждаются в этом. Посылаем. Посылаем всем хорошим. Так. Добавили. Кому мало добавили, добавили, добавили. А теперь мы берем его так. Круг такой образовали. И делаем такая улыбка. Идем чуть вперед, идем чуть вперед. И потом назад. И... такое дыхание. Снова вдох. А теперь у нас нотная грамота. Приготовили все громко, но не сильно. Вместе со мной. Делаем вдох. До, ре, ми, фа.
фа, соль, ля, си, до, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. А теперь вот такие движения разминочные. Вот у нас вот так ручки, вот так они работают. В обратную сторону. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А теперь вот так ручками. И раз, и два, и раз, и два. И вот такие движения мы разминаем, развиваем себя, делаем очень красивое движение. Делаем раз, два, три. А теперь вот эти движения такие, гармонизируем себя. Раз, два, три, четыре. А теперь мы изображаем животных. Мы тигры стали. И сейчас мы будем рычать. Делаем вдох. Тигр рычит. Все рычат. Когти другой лапы. Мы очень опасные тигры. Вот тигр. Медведь. Тигр. Медведь. А это у нас эти крики. Профилактика от простуды. А теперь мы стали каждую клеточку переводим в порядок. Каждая клеточка в нашем организме, они прыгают, играют, веселятся и укрепляют здоровье. Не сильно, не сильно зацепишь, развалишь. А теперь бег на месте. Смотри, вот такой имитация бега. Ну, настолько пластично. На месте. Я просил на месте. На месте. Энергии, море. И он умеет себя держать в руках. А он еще покажет неваляшку. Как же он красиво это делает. Я дома учусь, но все, пока на месте стоим. Пока на месте стоим. Хорошо. Развиваем. И круговые движения делаем. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Раз, и два, и три, и четыре. А теперь мы действительно по-настоящему изображаем медведя. Продолжаем профилактику носоглотки. Стали, вдох. Медведь. А теперь слон. Приготовились. В другую сторону. А теперь мы козочка и баранчик. Мэ-бэ, мэ-бэ, мэ-бэ. Хорошо, так. А теперь просто говорим такое. Приготовились? Говорим ом. Ом. Хорошо. Теперь говорим аум. Аум. При закрытом рте профилактика от простуды. Теперь мы говорим эйюэм. Приготовились? Эй-ю-эм. Самолет пошел на взлет. А теперь мы тушканчики, мы прыгаем. Легко, мы прыгаем. Мы тушканчики. Мы прыгаем. А теперь мы лисички. А теперь мы лисички. Раз, два, три, четыре. Раз, ручки, два. А теперь мы тигры с когтями. Вот такие тигры. Тигры. Тигры, тигры. Молодой тигр. Стали. Молодой тигр. Раз, два, три, четыре. Старый тигр. Старый тигр. Когти у него. Раз, два, три, четыре. Дракон. Птица. Раз. Птица. Она на болоте. В воде червячков ищет. Раз, два, три, четыре. А теперь у птицы два крыла, она их разрабатывает. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь одновременно. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. А теперь ручки вот так. Раз, два, три, четыре. А теперь вот так. Раз, два, три, четыре. А теперь вот такие. Смотрите, какие упражнения. Смотрите, на какое у меня лицо. В обратную сторону. А внутри идет преображение, внутри идет универсальность. А теперь мы делаем ножки, пятки, носки. Раз, два, раз, два.
И вот такие движения. Продолжает паук с орлом ткать шелк. Смотрите, вот они уже такие визерунки, персидские ковры ткут. И затем и раз, и два, и три. Делаем упражнение, да, четыре, да, раз, молодцы, два, три, четыре. И делаем вдох, выдох. А теперь делаем вдох. Долго выдыхаем. В наше сложное время при подходах современной педагогики, которая является троечницей, нужны новые подходы для работы, для общения с детьми. Прежде всего, это личный пример. И самое главное, это спокойствие. Ребенка надо переплавить в этом социуме, чтобы он не был раздраженным. Надо научить его реагировать на трудные, на бурные ситуации в равновесии души. Так вот, эти упражнения, они нестандартные. Мантры, мудры, гимнастика, акробатика, элементы ушу, тайцзицюань, цигуновские упражнения, детские подготовительные цигуны, они все это дают. Но начинается это со спокойствия в семье. Когда труднейшая какая-то напряженная обстановка, каждый взрослый в нынешнее время должен быть абсолютно спокойным. Тогда будут нормальные, настроенные на работу в социуме дети, тогда они будут настроены на будущее, тогда будет работать педагогика. А что такое настоящая педагогика? Реанимировать старую педагогику и взять инновационную педагогику, гуманную педагогику, педагогов-новаторов и применять везде, повсеместно в нашей жизни. Почему? Потому что дети – это наша национальная идея.